Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Сегодня 400 дней, как я делаю планку. 400-й день. Я каждый день делаю планку и отчитываюсь в своем инстаграм. То есть 400 дней я каждый день делала планку. Честно говоря, я сама не могу в это поверить. Когда-то я думала, что и до 100 дней я не дотяну. И не буду делать. Но сегодня 400-й день. Формат видео у меня вертикальный, потому что я отчитываюсь в своем инстаграм. Помогает делать планку мне моя чихуахуа. Сейчас я вам показываю отрезки, вырезки с видео с планки с 367 дня по 400 день. Это уже 10-е видео за эти 400 дней, которые я загружала на свой YouTube-канал. У меня на канале отдельный плейлист, куда я складываю эти видео, куда я их загружаю. Плейлист с планкой. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Снимаю и вставляю по очереди. Прошлое видео было за один год и один день планки. Начинала я с более мелких отрезков видео, но я не думала, что буду делать такое количество дней. Ну а теперь, естественно, уже видео стали с большим количеством дней. Чем дальше, тем больше дней в видео. Полностью свои тренировки я не загружаю. И не показываю. Получится очень долго и неинтересно. Ну, просто ставить планку. Загружаю только где мы балуемся с чихуахуа. Отрезки, где она помогает мне делать планку. Стою я по 2 минуты за подход. Кушаю я все. В еде я себя не ограничиваю. В сладком тоже. В день я делаю разное количество подходов. То есть могу постоять один раз, могу постоять 3 раза. Я не профессионал, не спортсменка. Планку делать я не учу. Я не считаю, что все делаю правильно, абсолютно правильно или как-то профессионально. Я просто показываю, как я делаю планку. Как делает ее моя чихуахуа. И рассказываю о своих результатах. Мой вес не менялся уже очень много лет. Но я сменила размер одежды на меньший. Я очень сильно подтянулась. Даже вот с момента последнего видео, которое было за один год и один день, планка один год и один день, я еще подтянулась. Большая часть одежды стала мне велика. Все знакомые говорят, что я стала выглядеть намного худее. Но весы показывают упорно тот же вес, что и много лет подряд. Цели похудеть у меня не было. Меня устраивает мой вес. Ну, приятный бонус. Подтянулась. Я играю со своей чихуахуа и делаю планку. Она занимает очень мало времени. Ну, мне это устраивает, мне это нравится. Итак, сегодня видео за 400 дней планки. Каждый день. Ни дня не пропустила. С вами была Счастливая Улитка и моя чихуахуа. Спасибо за просмотр, спасибо за внимание. До свидания.